У кого его нет? Тут ты мастер, который. Ты же можешь посмотреть, у кого нет. Да. Эту панельку нужно еще вызывать. Это который, да, ЕПГП, только ЕПГП есть, а есть и ЕПГП лутмастер. Это к нему дополнительно. Ну-ка. Ирландец, Даша, Омончик, Блэкфай. У Даши нет дома? Что? Ну, он выключен, возможно. Дашу, ты там что-то балуешься? Ну, у тебя, конечно, и наручи, Даша, чего, ничего нету, что ли? 200 евро. У тебя, кстати, по-моему, наручи, да, у тебя на ловкость одеты они. Саня. А. Блять, уехать со шкафа, кто там сидит, столовка? Да, там не Даша пока. Понял. Включай тебя, Дон. Понял, да? Сань. Кто? А пока временно не Даша, да? Временно не Даша? Пока что, да. Но скоро будет. Какой шанс? Она в пути, да. Молодец. Мчится, нарушая правила. Осуждаю. Асу. Ивашка, он и сидел, бля. Мун? Я не знаю, уже прошло 15 минут, чел мне так и не написал. Я не собираюсь, блядь, каждого там, блядь, ждать по полчаса нахуй. Кран, выпей. Не хочет? Вон, блядь, Мун. Не хочет кикандос и все просто. Мун еще и леди, кстати. Нифига себе. Извините. Это лунная леди, получается. Извини, но не это я лунный как бы мальчик, а она лунная леди, и все. Шо? И все получается, правильно? Да. Так, засумониваем. Сколько там Саня? Когда он придет? Не знаю, сколько, 2 минуты. У нас кран в инсте. Я такой Moon Lady, смотрю кран. Заметку. Да если что, дружок на замене. Максимку, смотрю заметку. Максим! Блин, я думал, там Маша какая-то. Я офигею, да, все, пошел. Ты сам. Слышишь кран? Пока что на заменке. Почти лишь. Потому что народу пришел дохуя ебать. Когда у нас нету народу, ебать, вы сидите нахуй какую-то хуйню дрочите там, блядь, свои БГ ебаные или инсты нахуй. Когда у нас, блядь, приходит фул, блядь, гильдия, ебать, вы вдруг раздупляетесь. Она, понимаете? Если еще не фул пришла, тут нету человек 4. Ну, я образно, 35 человек онлайн. Я бы Егорца набрал. Сань. Алло, здорово, это, я же в 25-ке сижу, меня бы перекинули к себе. Тебе писали, тебе пишут, сейчас пишут тебе, ты АФК сидишь. Да, да, ну я вот сел, ты в 25-ке сижу, я думал, вы в 25-ке это сидите, ну заходите на, в этом, в Дискорде. А, Саш, мы в 10-1 сидим, алло. А, здесь, ну, блядь, теперь буду знать. Все добрали, да, получается? Ну да. Я на замене сижу, ну все, ну, понял, короче. Посиди на замене, короче. Потому что я тебе писал в ПМ, блядь, и еще кто-то писал в ПМ, а ты сидел АФК. Ай, блядь, я... Блядь, Терьяки пришел. Не хотел сделать себе ник, ренейм сделать. Пусть Вася Луна, а уже есть Вася Бетон. Эх, ты, блин, не канай теперь. Ладно. Вася Бетон, офигеть. Ладно. Каутаку, да? Блядь, пусть Терьяки почили тоже посидит. Мун леди, ой, я не знаю. Кран, ты меня слышишь? Бля, короче, походу ты меня не слышишь, друг. Ладно. Сум будет. Пойдем, мы смонили. Вася, кого приезд. Блять, вы заебали уже нахуй. Саня блядь. Пришел. Все, блядь, раздупляемся, садимся по машинам. Подожди, у нас тут не фулл рейд, блядь, инсти. Ома нету. Ну, Ому с умой не только остался, и все сами. Потому что у нас, блядь, чел сидел, блядь, на замене, а вон стена. Не впускает, ну вот он, у нас стоит в инсте, потому что. Да, сейчас чел на роге кикнет.
Чел. Садитесь, тоже. Челик. Все, заходи, Даш. С ума. Да, Даш, блядь. Жень. Так, еще раз, я даю РЧ на тех, кто в инсте, блядь. Я не ты не можешь все равно или что? Не, все, ну, Рога улетел. Перезайди ты в игру Вома. Не, у нас сейчас пойдет 24 тела должен в инсте. Ну, у него забагалось. Все. Присумонил. Садись по тачку. Так, давайте, блядь. Приусадите мне, кто на прошлом КД сидел на водительском месте. Егорыч, садись ко мне. Кто стакать умеет? Давай, Санёк, садись. На угол умеет. И подбирать умеет. Все умеет. Ну вот кто, Абу-Даби, садись. Квин, я сейчас сяду. Да, Шаник, прыгай ко мне. Так, еще один водил, вооружитесь, сядь, который свободный. Кто умеет стакать? Очень да, присоединись. Это все. Саш, я умею, но я с вами первый раз в инсте. То есть как бы могу что? Водителя, могу летать без разницы здесь на всех позициях. Да, можешь что летать, знает. Садись его на Кваси Бетону, будешь ему тягать и летать. Все? У кого нету, блять, этого стрелка? Ну не стрелка, точнее, а собирателя Кочедана в машине. У меня нету, у Абу-Даби. Так, все, сел тебе, да, кто-то там? И к Васе Бетону садись, Блэкфлай. Все, да. все разрушили полные? Получается так. Все, заезжайте, давайте. Кого пулять назначу? Пулять? Ну, все, летают все, кроме машины Санька. У тебя кто, Санек, сидит? У меня Лок. Лок, ты не летишь, ты не загружаешься. Все остальные, кто сидят сейчас в разрушителях, кроме вот которого машину с Локом и с Магом, все остальные по команде загрузите и разочек кинете людей. Я вам дам команду. Там моб бежит какой-то, ебать. Поднитесь. Моба пизданите, он там прибежал. Только осторожно, босс идет. Все здесь. Арсай, Лома, Мунледи, сядьте по тачку. Сядьте, что есть. Быстрее сядьте, не теряйте время. Мотик, осадки. Куда-нибудь сядьте быстрее. Где место? Есть, сядьте свободную машину. Давайте, ребят. Короче, блядь. Ну, леди, ну проснись. Сейчас, блядь, вы вот будете слакать, тупить, я, блядь, поменяю, ребят, людей много нахуй. На замене сидит. Ебать, уже 20 проблем. Минут нахуй собираем. Можно уже начать что-нибудь делать? Шаман, ты можешь раздуплиться? Во-первых, мне кажется, он не в Дискорде. Есть шаманы. Да кикай нахуй и возьми этого Ивашкина, блять. Ивашка здесь сидит, ждет вас. Пишет одну минуту. Все, не нужно. А 20 минут он где был? Пока отдыхай, Ивашкин. А чё, не знаете, когда сферы рыцари выйдут? Ну, которые с ИК сферки идут. Ну, с 25-ка, скорее всего. А, всё, понял. Мунлейди, давай быстрее, мы тебя ждём. Ты говоришь просто, знаешь, да, стенку, его нету в Дискорде. А, да? Конечно. Его нет. Меня его с Ивашкой пускай его нахуй. Пускай минуту еще вылетать будет, блядь. Челик, иди слышь, не заходи. Все, давай, давай, меч, ты метки нахуй. Мое тело-то будем закидывать, нет? Кого там? На утюга. Еще раз. Я говорю, на утюга-то будем кого-то закидывать, нет? Да. Да, я же заносил. Кидаю все машины, кроме машины, в которой сидит Мах.
Мах Абу-Даби. Все остальные закидывают. Зашел, я могу ошибаться, но по идее в ковш нахуй просто так не запрыгнуть. Нужно перепрыгивать с этого, с пассажирского места. Да, или я путаю. Человек, который сидит, блядь, в этом машине с магом с Абу-Даби, он знает, что он не летит. Все остальные четыре машины все закидывают. Садись быстрее, мотик, пушка, сразу прыгают. Куда-нибудь. Не теряй время. Залази тогда в ковшито. Ой, все, блядь. У кого место ебаное есть? У кого место есть? Быстрее, все. Все, пулять осадки, поехали. Все, давай, конец, да. Что, Шама очнулся, да? Очнулся. Сейчас будем закидывать по команде. Настакайте 10. Давайте не закидывайте, загружайтесь. Закидываем. Мне анонс людей, кто там сидит у вас. Ну, то есть все залетели? Да, все пушки ломали. Все. Стаки держите. Нам проебал. Одна пушка. То есть. Бейте касс, чё? Да всё нормально. Миш, цветки бей. Всё, ломайте. Стаки не проебуйте. Только не в огонь, от огня уже. Да. Не едьте в огонь, не теряйте ХП. А, не свою тачку, блядь, сижу, ну ладно. Не лейте масло. Антох, лут у тебя? Да. Все. Кто там масло льет? Масло не заезжайте, горячее. Перерашу, блядь, здесь. Ёб твою мать, прям масло закинул. Два масла разлит. Почему два? Не лейте вообще его, не нажимайте эту. Я сейчас, блядь, всем людям, кто сидит на цикле, дам ГП нахуй. И мне похуй, кто его разлил, блядь. Пашку выжить. Не теряйте просто, добивайте. Мы второй раз убиваем с первого раза. Я ебу. А что здесь сложного? Да шо, ну, раньше нас пол рейда отваливал. Все, посмотрите на манер, побежали к роботу. Никто, трэш. Блядь, не осматривает его. Все бегут трэш бить. Хуя там три сферы. Ну, как обычно. Все дне свой. Не понял, но. Тебе ступ не надо? Да. Не-не. Чертеж на место. Ирландец, ОМОНщик, Мунледи, у вас установлен аддон. Сейчас все прибегут. Что, зачистим, да, все-таки? У меня вроде стоит, или нужно именно с дискорда скачать? И нужно скачать EPGP и Лутмастер, который есть в дискорде. Почему они так долго тянутся? А, у меня просто не включен сейчас. Давайте, рольте тат. Ну, получается, ну, по... Мейн спек, блядь. Войн спирит. Кого? Войн спирит, 21. Сейчас не понял. Ну, корни, да, типа, там, прыгает по комбат-боту. Вот так вот. Сейчас просто полареды похоронят. А, Уга, я не понял, что здесь стоит. А я, блять, понятно. Я и без тебя могу разобрать. Что делать? По технике набирайте. А я хотел разобрать, а вы, пацаны, чистите трейлер.
принимать на робота. Может еще раз никомуть? Да я вон раздал еще раз. Также того, как он. Дайте кость еще раз, пожалуйста. Давайте. Бафы. Фазивер. Саша, ты на X3 не играл ДЦшником? Играл. У тебя не венеролог ник был? Ты мне говоришь? У него хаук ник был. Ты ебанутый или что? Ну? Просто, ты... блядь, на X3 был этот венеролог. Ты же со мной, блядь, в гильдии был, не спрашиваешь нахуй. Да я ебу, ты кем там играл, нахуй. Я на тебя внимания вообще ноль было, нахуй, поверь. Я потому что... Когда в гильдию зашел, ты уже, блядь, ливнул от лица. Кто? Нет, я с ним ходил, когда он был на этом, на паладине. Какой у него там ник был, блядь, не помню. Давайте, ставьте рыбу. Ставьте рыбу, сказка. Я ну, когда никого не знал, у меня вообще... Камни поставил. Сейчас все дадут. Камни тыкать. Ставьте рыбу. Ну, как обычно делаем. Так, я в аркане, мне надо, чтобы кто-то им камни кидал. Такой. Чё ты в аркане? Нахуй тебе в аркане, да. В аркане. Женя, не покидаешь МК? Я никогда не понимал, нахуй арканам МК вообще друг другу давать. Да, и коня офните. Фласки все выпили, блядь. Масло намазано. Полезно. Давайте все рейди. Космополит, что не хватает. Кулак, дайте. Есть кулак. Все, готово. Есть у кого чек на фласке? Аддон. О. Еще вага есть. Дай ему ассист. Пусть он чек. Опа. Ой, дай я чек. А ну. Ничего. Давай, пуляй. Сейчас подойдет, пуляйте. Будешь. Что тебе? Блять. Сейчас твой. На ГП? Чел. Кнопки перепутал, пиздец. Блять. На кого у меня на пул стоит? Какой ты на пул у тебя должен стоять, ТДК? Сими, блять, кто такой Сими, нахуй? Это кот. С прикольной гильдии. Ебать. Антон, где мы с тобой были, нахуй, с моим ДК, блядь, что у меня на пул на Симе стоит? Я не знаю. Ну, The Last Legion называется гильдия. Я в курсе. Я ж сейчас с ГМом общаюсь. Да, и как? Удачно? Да нет, чисто так, блядь, просто. Бомба-то там ёбните, кто стоит, да? Там же боди что-то крутится, да? Сдавай Геру. Забери утрамбовщик. А где она? А? В РДД зоне. Подведите, блядь, пожалуйста, мобаб под танка, на ком агро? Мушку потерял, блядь. Космополит. В искру свич. Вася Бетон. Вася Бетон. Поверно. Пол, дай мне оружие. Вы скоро свистнули? Power Style отъезжает. Монч, много дальше. Ауга, ауга, ауга. Ебать, у меня не анонсило это хуета. Тебе анонсят. Амончик, на портале вернёт. Уже разобстал. Ну пешком приберёшь. На тапках, знаю. Прохиливайте, Амончик. Я могу позвонить. Квинмон.
Есть линер, тебе поможет. Подошел поближе. Вы скоро играем? И у нас Black Flux хуярит, да, 11к депаса и вижу. Вот я на него буду кидать истерию. Ну. Ты скоро, да? Если его кто-то обгонит, буду кидать на того, кто его обгонит. Давай, валение, валение. Готово, можешь кош нажать. Играем. Ирландцы хильт. Дракона. Мунледи. Мили. Мили. Шаман. Шаман в мили. Сиба. Ой, бля, ебать. Шапета, блядь, моего убил. Верно. Искры мили выносится, шаман, если что. Таня. Вы скоро играем? Тома. Убиваем. Кидж. Блять. Нас Финду вызвал нахуй просто. Дальше бежим. Дальше бежим на Алголона сразу ебашим. Не, нет. Ничто. Ирландец, Мунледи, у вас на дон. Его нет. Блять. Егор, тебе нужно это точно? Он пуху ролит, да? Да. Ладно. Ой, блядь, еще с комбатом опять. Ну, ДКшки, кажется, это... Не-не, можно, я хотел тестануть, но в жопу как бы. Типа, две одноручки? Угу. Ну, пусть Егор сролил, все. Я отдал пост. Не стал ролить. Сейчас, подожди. 4, 2, 3, 2, 1. Бля, а чё, комбата сейчас собирается подать, нет? Вот это вот ролик. У меня нет комбата. Так, Егор, я тебя дал? Так, хилы, да. Пожалуйста, тпшнитесь уже сюда, я вас очень прошу. На комбат, комбат, зайдите в лужу. Нет, а комбат у людей? Ничего, Егор, пусть у тебя будет. Короче, альт 4 делайте, ебать. Короче, комбат. Миш, я хуй знаю. Ну да, и дай и Сани, естественно. Мид. Это роль. Жал. Один на СПД дух и два на СПД. Кто может сделать камни? Так, это понимаю, никому не нужно, я тоже. Хау. Бля, хау. СПД. Мы в дабе обмен, давай сделаем камни. Ну, блядь, это 4 дня. А, что-то мне пук хочет кинуть. Да камней-то нету у меня, блядь. Ты что, на расфул, что ли? Да. Блядь? Все, на расфул. Нет, там тебе Егор должен дать пуху. Да, на, я... На успех никому не нужно. Сколько тебе надо славу СПД? А, нет, ну, Blackfly хотел. На СПД 2 и 1 СПД. Да, и это. Все, пуля, иди. Дай бог. У кого комбат, ебать это. Ебать, 140 кп дай. Так, Егорыч, это где? Минус 211, да, вот? О, все, Абудаби сделал. Да ты охерел, что ли, блядь? Спасибо. Пошел ты нафиг. Сосну. На пульт. Больше никакого к тебе слайк доверия, но. А ты такие же сделал? Знаешь.
Так. Там Blackfly хотел этот. Нету таунта, ничего нету. Да, да и... Вопрос. Вопрос такой, кто не был ни разу на Алгалоне 25? Плюс они тюрейт. Тут много обидений. Сейчас рофлить начну смотреть. Зачем рофлить? Мне надо узнать, блядь, кому мне тактику объяснять. Кто не был, еще раз, кто еще не был? Мулади, ты что, был на Алгалоне, ебать? Ты, блядь, не можешь на роботе скрубу нести. Волшебник, что ты не плюсуешь? Вот. Blackfly был на Алгалоне, правильно? Да был. 100% был. Значит, два шамана, да, у нас не было. Ну ты, Вася Бетон же в десятке был, все видел, нет? Ну то же самое, только, блядь, не одна будет сверка, а три нахуй. И оббегает нее, а не стой в ней. Сверка. Не сверка, а войд зона. Ну войд зона, блядь. Красная точка такая на полу, короче. Сейчас тогда шаманам объясним хилу. Блядь, вообще, конечно, то, что хил для тактику, это ты очень. Ты дал очень этому Кириллу, получается? Кого? Он хотел одноручку, да, я не знаю. Я может, дал. Там ты через две одноручки, а ГП дал ему? Ты мне ГП не дал. Ну, дай. За половину. Сейчас, да. Конечно, не знаю, через одноручку прикольно играть. Там знаешь, какая механика, Вася? Там типа, чем ты дальше стоишь от нее, тем меньше урона несется. Так вот. А если ты стоишь прям возле нее, она тебя либо шотнет, а если не шотнет, ты подойдешь наверх. У нас же не космонавт есть такой. Сейчас я Ирландию дам. ЛМ. Так, На, посмотри, вылет. Да, мне. Ой-ой-ой. Сейчас комбат только спадет, я скажу, у тебя работает он или нет. Ты объяснять сейчас будешь, Саня? Ну, блядь, вообще типа одному человеку объяснять тут. У него он вылетит, это в любом случае. А это ты же хотел уйти, Саня? Ну, отойти хотел, 2 минуты, 3. Блядь, давай. Ладно, иди, давайте, 2 минуты. Давайте здесь. Не идите, не заходите нахуй, никто туда не идите по этому мосту радужному, блядь. Пожалуйста, умоляю, нам. Особенно Роги. Так, слушай, Монлади, не был, да, ни разу? Короче, встаешь, набираешь рейндж ото всех. Босс будет кидать такие три типа сверки. На полу будет такая красненькая будет зона. От нее надо будет отбежать, добрать рейндж от нее. Ну, съебаться от нее как можно дальше. Называется Кара Небесность, это БМ, если он наносит. Будут летать звезды по всей этой площадке. Вот. Звезды будут сливаться. Когда звезда умирает, под ней появляется лужа. Эта лужа тебя отправляет в другой мир. То есть, блядь, ну... Босс будет кастовать каст. Называется Суровый Удар. В рай, да. Суровый Удар будет кастовать босс. За 3 секунды до конца каста ты должен, или должна, не знаю, должен, забежать в эту лужу, которая будет на полу. Тебя перекинет в другой мир, и ты должен сразу же оттуда выбежать. С места, с того, которое была лужа. То есть забежал, тебя перекинуло, выбежал. Только когда будет каст. Следи за хп этими звездами. То есть люди будут их убивать, чтобы в момент их смерти ты не стоял под ней. Потому что тебя, если она умрет, логично, она кинет лужу, ты стоишь под звездой, тебя перекинет в другой мир. Это все. Дальше ты хилишь просто. Хил тут должен быть ебейший, потому что урона будет очень дохуя. Заходить. Что? Никита дай, пришел. Да, и этот. Сейчас. Слайк, ты мой сиси не будешь. Я вот. Что непонятно, шаман? Что-то непонятно, ты спроси, я тебе еще раз озвучу. Смотри, я сейчас поставлю метку. Метку поставлю. Дайте маски. Луна, да. Старайся, перед кастом мы заносим заранее каст Сурового. Когда тебе говорят, скоро Суровый, ты находишь Луну и бежишь к Луне. И возле этой Луны будет 100% лужа открытая, потому что лужи будут закрываться. Вот. Весь рейд, когда будет Суровый, все должны в это время находиться возле Луны. Будем все заходить в один портал.
заносим заранее, за 3 секунды до конца. До конца каста. Я еще заношу, когда вам зайти. Я буду смотреть за кастом. Мирики, внимательнее тоже смотрите за карой. Это обязательно. Все стоите под одной ногой, когда кидается кара, перебегайте под другую. Либо, если это сложно, просто, блядь, убегайте от босса, когда кастуется кара. Вот. И говорю, самое главное, это люди, вы зашли в эту ебаную лужу, вас перекинуло сразу же с того места, где она была, представили примерно, выбежали. И просто бежите прямо, пока вас не выкинет. Это раз. И два, это смотрите за ХП звездами, тоже внимательно, потому что сколько расходим, очень много людей, когда звезды умирают, улетают в другой мир. Посмотрите. На всякий случай. Включите все ебаные фреймы, включите все хелсбары, блять, чтобы видели все ХП, что где заливается. И если видите, что играет в звезду, сразу все от нее разбежались. Так, давайте, я дам арче. Офигенно. И те огурчики, пожалуйста, на всякий случай. Женек, зайди. И давайте, короче, я вам ХП. Владимир, ты выпал, да, на ХП? Не рискую, да. И две эрдружки на ХП, да выпейте тоже. Ты дал, да, все? Отлично. Всем на ХП выпейте. Саня, ты пришел? Еще раз даю арчи. Женя, заходи, блядь, в игру. Да мне не надо, я не умираю. Он тут. Все тут. Ома, Женя, тут? Все, Женя тут. Все, давайте, зашли, все рассосались. Так, значит, твой, Даша, и я буду метить этот. Ты метки ставишь? Нет, ты. 57 кхп, нахуй, что, блядь? Даш, ты справишься, Даш? Как метки твой ставить? Да. Или дырочки, ты просто в них играешь. Нет, короче, давай каком... Нет, ну ты серьезно не справишься? Или кому-то другого поставить? Давай, поставь кому-то другого. Пук дракона. Все, пук пусть играет. Все, Даш, просто бей босса. Пук дракона, Void Spirit и Terrafan. Три человека, которые играют по звездам. Тогда волшебник, если что, как ты помогал до этого, так же им помогай. Все давай. Готовы. Давай. Готовы. Пуляй. Пуляй, все равно. Шаманы, короче, как босс пулится, как будет активный. Кто-нибудь Гера сдаст. Пула, как только бить сможем. Все, Вася сдаст. Давайте быстро закроем и пойдем дальше. Мозга не ебать. Ты первый где будешь бить? Сзади слева. Давай. Геро. Геро. Локи, не забывайте прожимать застон. Звезды появляются. Присты под суровые могут не заходить в портал, а могут нажимать штучку. Это только шапочники, которые знают, что делать. Разбиваем. Я взорвал этот хуёвок. Взрываем. Стоп, не там сейчас шаман умрет. Нормально, я повезло. Близнюю, да? Близнюю. Взрываем. Дакара взрываем. Второй стоп. Ну, пока что. Берегитесь. А ушли. Сокрой, Егор. Взрываем. Так это все, правильно? Пока суровый, готовьте. Да. Луну нашли, скоро суровый. Одну сразу разобьем. Да, играем дальше.
Пук, пук, бэр, квен, мун, квен, бэр, ома. Вайда, поднимите, просто нет. Берегитесь. Ома, останешь после взрыва, после взрыва. Вставай. Тут кто-то улетел. Из мелика. Бэклая, покильт. Я ребафну. Вайтхорс на ману читай, Вайтхорс на ману читай. Разбиваем, оставил сокру. Берегитесь. Аккуратней, Кара. Хорошо. Сколько там до фазового? До срока. 15 секунд. Уже луду нашли. Потихоньку. Разбейте, там где звездочка будем заходить. Умирает, и там будем заходить. Пошли с кем. Сейчас суровый будет скоро. Заходите. Кар, аккуратнее шли. Суровый. Готовимся. 4, 3, два зашли. Блядь, ну вы что надо? Доигрывай, вон тут 40 тысяч. Вторая сгорит. И играй просто в босс. Сокру, Егор. Ума, и на тьму, Удемир. Бля, ну у нас три хила, у нас есть Бэра еще? Нет. Бля, Мунлади, если ты сейчас будешь так тупить, я просто поменяю нахуй. Ну ты пиздец, ебать. Сколько на тебя Бэров отдали? Два, три нахуй. Ну все, это давай. Падать. Я ебал нахуй просто. От Кары не отбежать? Две ебаных механики, которых нужно понять, две, это отбежать просто и зайти. Но это, походу, у нас что-то, блядь, нонсенс. Блядь, 8 обоссных процентов. Сложно увидеть все тут, типа, такое... Три раза он умер. Он умер, встал, умер, и его бэрнули. Ну, я думаю, еще один трай то, что нужно ему дать, там, ну, такое, возможно, сквозь. Тут, блядь, что нужно от всех, это чтобы хилы не умирали, это все нахуй. Если умирает один, а тем более два хила, это не прохиливается. А можно ливать это, блядь? Да, а это... надо было. Давайте, встали, побежали, кушали, убили босса, и дальше. Ну, блядь, у нас ноль БРов, все БРы ебали. Ну, просто не умирает. Кто-то дал БР по славе, кто дал БР? Кто без команды дал БР? Ума. Не надо было славу, у меня нет вопроса. Космополита есть. Ну кто-то говорил поднять, она и подняла. Кто говорил поднять? Никто не говорил, по-моему. Я не говорил лично. Ну я не говорил имя, я сказал, что мне славят просто. Вот вы говорите без ников, и люди просто поднимают наугад. Легкий. Как без ников? Я всегда, просто... оно же кому поднимает. Желание, чтобы мне славяка подняли, потому что у меня макросы. Ну вот, она и подняла сразу. Я там после взрыва стал. Давайте. Бля, у меня регов нету. Тогда пристали побафать. Поставьте джипс. И людей поднимает, бафаю не я, а бафают шипы рейд. Людей, которые умирали, потому что, блядь, я ману проебываю и ГКД нахуй. У нас 3 шипы. Я надеюсь, вы справитесь с ребафом людей, которые бейрятся. Давайте СС раздадим сейчас. Давай, Квазивер сдашь по Суфу, Дарафан по Оме сдашь, а Амончик сдай по Квинмуну. Ты прощать реаги. Ты прощаешь? Ну, Монтик еще раз. По Квинмун. Сова. Или ты про робота? На роботе у меня пец сдох. У меня шаман прям. Да, о чем мне пишет? Давайте приста бафать, рейд. А, вон, жив стоит. Кстати, сразу починитесь, потом не тупить. Давайте забежать. Надо тут. Да. Сейчас босс будет пулиться почти сразу. Дам ДПМ пул. Можете припота нажать, кто адекватный. Я адекватный, кстати. Покушай, парна. Че вы? Оксиген, суп, пул. Ой. Ну сильно, походу, без рыбы хили собрались. Что вам рыба дает выносливость? Которая тут нужна. Ну ладно, сильно так сильно. Умрешь, блядь. Будешь плохим.
Давайте ярче даю. Женя, давайте. На секунде, блядь, препода жмите, на атаке пуляешь. Ёбана. Нет, этого не надо было делать. Это рофл сейчас? Ну конечно. Это блядь, красавца парня называется. Все, все, все. Успокоимся. Внимательно, умоляю вас. Так, искры появились? Так, у меня еще фантик доебал. Разбиваю. Берегитесь. Правильно. Да ёбаный в рот, ну ты прикалываешься, я не понимаю, или что нахуй? На хиле сидит. Разбиваю. Короче. Ну на боярить его, ебать, мы вчера не прохили. А у него СС-а нет? Не давали СС, там хуйня. А, Игрушка, отойди. Блядь, ты другую бьёшь. Сейчас кара. Разбиваю. Ой, блядь. Так он нажимали. Понятно. Полодомир раздавай, господин, похуй, бьем дальше. Да, взорвется, дроид хил, ома. На станку. До первого сурового нельзя БР отдавать, забейся. Но легче вайтнуться прибежать. Угу. Не, ну он сдох как? Давай, вот просто детали смерти. О, блядь, ну, это... Как он сдох? Кара небесная 30 тысяч. Ну, он... Этот, Монлайт, ты в Диссе? У тебя что, не получается и три красные точки на полу увидеть или что? Угу. Умрите быстрее. Мне кажется, тот Иван, блядь, лучше начнет отбегать, чем этот, блядь, прист, шаман. Блядь, а верно, ебанешь там сейчас столик, что-то. Вот, вот ты говоришь, меняй. На кого? На шамана, бля, который тоже так же тактики не знаю. А он, я не помню, а в тот раз он же был. А, не, Фарина там он была. Был, это его поменял человек. Там и Фарина была, которая ливнула с гильдии, блядь. Да. Я предлагаю взять терьяки, ебать, и просто идти в триердру. Согласен. И то лучше будет прохил. Да это лучше будет. Потому что у него, я не знаю, 1500 хпс, а нахуй, это какая-то хуйня. Пиши нам. Ну, потому что мертвые не хилят, Слав. Ну, вам да. Хил нужен, я смотрю, да? А, конечно. Ебать, у меня уже ирландец, нахуй. Ты знаешь тактику на Ангалона? Шестым, если хилом его только, нахуй. Зачем? Шестым, куда же? Да потому что он сдохнет, блядь, на каре, если он не знает. Он на каре сдохнет стопудово, если он тут не будет. Быстрее берите терьяки и все. Где? Что вы делаете? Ты где? Сейчас терьяки. Ой, бля, пиздец. Только время не проебано. О, верно, ебани столик где-то. О, Дамира закидали, да? О, Дамира закидали. Егорыч, может без моей команды давать, вот когда созвездие выходит, сразу можно давать. Пока не полетит. Тут бывают люди первый раз, и они лучше отыгрывают. Не знаю, вот, ну, смотри, вот ты говоришь, космолит, космолит, человек первый раз, да? Прошлый рейд у нас, вот, Эрдру, Ома, она была первый раз, но почему-то она ни разу не умерла. Да просто есть люди, которые тактику схода понимают, а есть, которые из десятого раза не понимают. А есть женек, который, блядь, уже тут, блядь, не знаю, уже целую вечность, нахуй, и одна хуйсина, блядь, умирает. Давайте, бахнем. Да, блядь, женёк это нахуй чисто, блядь, легенда, ну. Бэры откатились зато, блядь. Я согласен. Женька, да не пиздите, он, блядь, ещё ни разу не сдох, нахуй. Сейчас бы, блядь, на РДД сдохнет.
Блять, видишь, как-то умудряются чела на каре подлетать. Легчайшенько просто отойти. Все готовы. Боже, так с Гера прошу. Сейчас. Гера так прошу, проще так не делал. Куда я подаю? Сейчас не дам. Абазарис? Давай, Гер. А Ладомир сюда чего умер? Звезды закрывают? Его заплевали. Так, сейчас звезды появляются. Да, планеры добрать не видишь. Мили разбиваю. Милики, аккуратнее отошли. Разбили. Кара. Разбиваю. Разбили. Ну ирландец. А, че он Рудурм поутал? Ой, я не знаю. Он фулло, кажется, был. Он был уже фулло. Разбиваю. Милики, аккуратно. Давай сокрой выбор. Сейчас дай прохилиться и разобьем. Все, разбивай. Ищите луну уже все. Засу. Кирьякину, как вы улетаете? Вы что, блядь? Пьяно. Сразу подергаем. Давай. После сурово поднимем. Нихуя. Ты че, слайдер? Охуеть. Бля, ты тоже пьяный, да? Разбили. Нашли сурово, готовимся. 4, 3. Проходим. Так. Макро бабу. Пошли от кар. Бать, а че меня вообще не хилят? Нахуй, да? Под танком сейчас взорвется в мелизоне, отводи босс. Квимон, поднимай Ому. Ома, поднимай Воида. Воид, ставь. Ставь заметки. Вот это 93 тысячи бьем. Другую. Поднимай Воида, Ома. Разбиваем. Дакара надо успеть. Вы другую бьете. Разбили. Хуёво разбили. А верно прохилить. Нажми глыбу. Хорош. Не разбивайте дальнюю. Сама догорит. Подмите. Сама догорит. Другую бьем. Давай, пук, поднимай вой спирит. А то он не слышит. Вот это вот бьем. Некуда. Звёздочку вам поставил, блядь, еле-еле. Блядь, нажимай, ставил сакру. Космопали, поднимай суфу. Омончик, отойди. После кара. Разбили. Чё, суфа резнули? Войд, вот это вот. Кого байер остался, поднимите суфу. Разбейте, сейчас каст будет, у нас нету. Звездочки да, заходить. Звездочки будем заходить. Веди босса уже. Разбиваем. На край веди. Не подводи прям близко. Сейчас кара будет, там зовут. Все, теперь подводи. Подходите. Суровый. Зашли. Сейчас будем массакру сразу сдавать. Гор, твоя сакра будет. Там сейчас просто звезда взорвется. Одну взорвите быстро, одну звезду прям сейчас взорвите. Быстрее. Май. Сразу подымайте. Блядь, на хп еще начал. Вторую взорвали зачем-то. А чё столько народу лежит? Вторую взорвали. Типа, вам сказали одну дальнюю взорвать и все, а вы ближнюю взорвали. Так, в такой ситуации, когда они две по 10%, вам надо моментально одну взорвать и сразу рейд поднимать. Так, скажи, на дальний, пожалуйста, открой глаза. Да. Там было на ближний 10% и просто она шотнула за себя. На дальний тоже было 10%, там пук стрельнул по ней по ближней. А по дальней мы с Вайдом стрельнули. Просто брать хилы, дохнуть и все. Глаза нужно открыть, а первая должна была догорать, да, дальней надо было бить. Я просто из-за вуду этой таблички ебаной не увидел, блядь, сейчас её сдвинул. Не видишь метки? Бей босса.
Как говорил Луговая, самодеятельность нам не нужна. Ебать, бля, аркан жарит нормально. Кто жарит? Так а я тебе сразу, Сань, говорил, тебе в аркана надо. У него шмот у Сашки весь в аркана собранный был. Аркан что, в хосту собирается? Да. Сила заклинаний, скорость, похуй, все. А фраер в крит? Фраер в крит? Фраер. Угу. Застопляйтесь, блядь, или флаг. Да, арканы еще 2-4 одеть вообще пиздец, он там будет убивать просто, но. Теряки где? А, мы, блядь, вообще 2-4 тела били. Все в порядке. Суманите, говорит. Он улетел. Он вообще сдох. Он просто улетел. У нас только один БР, да? Он... Раздайте СС, у кого есть, как назначали людей. Я слух, короче. Кого начали. Пойдемте. Че, может, убьем? Ну, пора, кажется. Как она такая идея? Захуярим. Пора убивать. Еще раз торча даю. Все здесь, давайте. Будет. Вера. Сказал же, смотрите за хп звездами, чтобы вам не улететь нахуй в луч. В чем проблема? Звезды появились. Разбивай. Ому, иди. Милики. Стенки неудобно, ладно. Разбиваем. У нее зайти можно. Не, ее закрыть. В мили разбиваем. В мили сейчас. У вас мили очень вон шоп. Види босс. Убиваем. Эма, давай и этот. И сокру. Сейчас еще одна взорвется. Заплевали лодами. А, упали. Серьезно? Да. Очень много мили наклеивали. Ламир заблевала. И две взрыва еще было. Суф, зачем? Вы что, сам две звезды взорвали, что ли? Нет. А в чем проблема? Ну, Славик бил... Вторая у стены была, а в мили заклеивали. Опять выходят звезды, нахуй, и шо эти, блять? И шо тут ламиры, нахуй? Со звезды. Ну да, надо на это сейфа давать. Да что-то прям дохуя их поясняли, она еще взорвалась после того взрыва, после этой звезды, после третьей. Потому что нужно... Я не знаю, стопа хил на мир, когда со звезды выходит, попробуй. Чтобы, блять... Агро набрали на другом человеке. Стали, побежали быстрее. А сейчас все, мы просто сакру давали. Ну сейчас была же сакра, да? Сейчас не было сакра. Его просто положило за секунду. Я даже так не было сакра, но его положило. Там забей, там два взрыва было. Похуй было на ИМА. Блэкфлай и Ирландец помогать весь день. ЛПшки кидайте им, когда они спускаются, пусть на хотя бы на вас будет агро. Или грипайте их сразу. Типа у нас ДПС хватает.
на 4 минуты, у него 28% хп, вообще хуйня полная. Просто помогите просто выжить, завести их по-быстрому. Давайте.